когда мы ехали на этот семинар, я по дороге встретилась с молодыми людьми, которым уже 25-28 лет, которые имеют уже образование, имеют хорошую заработную плату, трудоустроены, и они говорят, что на сегодня больше внимания уделяется сиротам, значит, молодым людям, которые ограничены в своих возможностях, да, по тем или иным причинам. Им уделяется очень много внимания, а вот кто к нам будет, кто на нас будет обращать внимание, кто нам будет уделять внимание. Я считаю, что вот это и есть проявление иждивенчества, это и есть проявление патернализма. Мы должны сегодня говорить о том, что молодежь должна не только ожидать только помощи со стороны государства, со стороны родителей. Я неоднократно приводила примеры, когда социологические исследования сегодня показывают, что большинство молодежи сегодня надеется в трудной ситуации на своих родителей. 74% молодежи сегодня говорит о том, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к своим родителям. Только один регион, город Алматы, говорит о том, что они надеются на собственные силы, на свои собственные возможности –